Видео готовят. Сейчас последний инструктаж и поедем. Ну все, инструктаж обычный. Стоишь, упираешься, не надо нервничать, лишнего движения тоже не надо. То есть выводим крыло, слушаем команды. Ничего не дергай, главное, плеванты влево-вправо, купол не раскачивай. Все, готов? Поехали. Пилот готов. Пошел, пошел. Понял, начинаем. Все, как и стой, стой, держи, держи. Побежали. Отлично, сохраняем курс такой. Сохраняем. Молодец. Ручки вверху держим максимально, вверху. Чуть правой подрулили. Поджали правую клеванточку. Поджали. Ее поджали. Надо было вперед бежать, бля, да? Вперед бежать надо было. Бля, я растерялся. Я ничего не дергал, ты чё? Где? Прям в воздухе. А Ваня, потому что тягу сбросил, меня мотнуло.
Он вообще тягу отпустил, нахуй он так сделал, хуй знает. Ты что, мотнуло? Не, мотнуло тебя именно потому, что ты затягивал клеван. Ты не понял, нет, меня мотнуло, когда он отпустил тягу. Меня поэтому повело влево, ну, направо. Ладно, все нормально, справишься. Блядь, все полностью. Вот так вот крыло, короче, блядь. Вот если вот так вот его, блядь, сажать, то оно станет негодным, нахуй. Я знаю. Полетов. Тут в курсе, да, правильно? Да. Я говорю, я неправильно сделал, надо было мне бежать вперед. Стягивайся, потому что по-любому придется перестягивать полностью. Надо подтянуться будет в следующем полете. А? Подтянуться слишком свободно. Бля, шлем такой вообще? Нормально, блядь, шлем. Блядь, один ты нормальный шлем, блядь. Летай по-человечески, у меня глаза падают. Принято. Снимать. Еще один полет снимать. Давай тогда приостановим его просто.